Слышь, мышка не работает, дрочь. Оп, пофиксил. А есть? Дайте флажку. А, ботл. Все, нормально. На ботл запулили. Ну да, да. Все в порядке, ребят. А, понятно. Так, а что я буду делать? Слышь, Диман, можешь тебе вернуть ботл? Да нет, забей. Понял. Сука. Давайте я в мид тогда хули делать, потому что у меня ботл. Ты что, уебался? А я вниз тогда пойду. Все как капитан сказал. Сзади. Не хочешь в мид, Андрюха? Ботл тебе дам, пойдешь в мид. Я бы в центр пошел. Груди, слышь, там люди стерли, я его басу. Давай, я басу. Давай, его. Я тебе ботл верну. Давай, давай. Вообще идея норм. Лол, тогда еще слышишь, да, еще танго к минимум. Потому что проценты-то капают. Не, танго не вариант. А ты что, на хардлайн что ли пошел? Знаменитая. А ну-ка иди сюда, Андрюха, попай, 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 попай. А кого ботл в итоге? А у бруды? Занимательные истории похождения ботла. Если честно, нихуя не понимаю уже. Так, а что это у меня лагает? Ну и Рошана пошли бы убили. Вы что, подхаулим-то? Надо, наверное, стримы повыключать всякие интересные. Так, все, вроде выключил, все нормально. Я на миде грибочка съем туда. Окей, ушки. Или в харде лучше. Я в хард не успеваю. О, у меня хаст. На топ. Пацаны. Это ФБ мид. Хотя бруда в миде. Ну нахуй. Ну она с ботлом. Может поплеваться. Не, не может. Не, я сеточка. Мне кажется, он да. Интересно, что Фрио на первом левеле качал? Или у меня вообще трипла какая-то будет? Боже ты мой. Вы нормальный вообще? Короче, у меня трипла с Фреоном, такого я точно не ожидал. Опа, Кунка. Алексей, ФБ. Кунка соло, если чё. Ну, ФБ его делаем. Или просто саппорты зашли ко мне на чай, забанят этот вот. А, вон они по лесу бегают, слышь? Аккуратно там. Ну, они рекандро поищут. Смешные какие. Ну, на майнсер не надо. Ну-ка, получай. Получай. Да раз, без эйдолонов меня оставил, мудила, блядь. Чё, какой злой Фрён? Я просто хочу немного пофармить. Зачем ты... Андрюх, лун поебашим уже? Да. Так. Я понял вас. Хавальда, а, нет, погнали так, да? Да. У-у-у! Доебались, видел? Женщины. Нигма, это же женщина? Не думаю. Братан, походу плохие дела у нас. Походу мне твои идеи совсем не нравятся, братиш. Вы же нафидели, что ли? Нафармлю здесь. Мы в процессе. Все, нормально. Крипа добил еще одного. Неплохо. Блять, меня гангают. О, заебись, там сидите, блядь. Не надо, ты ведь без колбы. Отличный стрейф, Алексей. Снова я. Так, понимаю, на сложной линии у нас не на победу идет, да? Да у нас там какого-то... Да, блядь, ну что за телефон постоянный? Какого-то хуя здесь Жора оказался у нас. Да в натуре Жора звонит, пиздец. Жора, ты же, блядь, по-любому в скайпе и слушаешь стрим, ну хэ ты мне звонишь? Меня, кстати, миссанули опять. Блядь, нихуя не миссанули, мне пиздец, походу. И купить даже ничего. Стройера в центре нету, типа, он свалил. Он внизу у нас с ТПшки был, походу. Жора. Ну он понял, себе, что там бруда с ботлом, нечего ловить вообще. Короче, у меня абсолютно больные люди, я иду в лес. Энигма. Заебись, Игорян, будем в пати качаться. Давай, кидай пати. На кого напал, ёпт? Так, секундка в центре. Жара. Дай хотя бы соло-ринг себя замучу, а потом я тебе лес оставлю. Ну, давай. Слышь, они походу опять... А, все, у меня есть соло-ринг, можешь пробить. Блядь, он тут, мансую. Я не мансую, слышь, добьешь меня? Нет, что, не успеваю. Может там паучков закинуть туда, нет? Вы бы сказали, у меня их много. Атаки 42, да, в принципе, в достаточно. Я сейчас танковый козырный, блядь. Слышь, го этого, виномастера. Да ёбаный рот. Давай, дави его. Я его так срежу пошел тут. А у меня маны нету. Он сюда пошел, нет? А, да. Он сапогом, ты бес. На, сука. Ну, короче, надеюсь, бомба. У вас на других линиях все нормально, потому что у меня... Да, я смотрю, у нас все вообще нормально у всех. Говорит, надеюсь, у вас все нормально. Смешной какой, да? У меня вообще все идеально. Слушай, ну ты, кстати, нафармил свои там, так что это. Да, я же говорю, есть уже все. Блять, сова, как бы тебя добить? Ты же больная сова. Давай вот это. Сова. Прям. Сова, стой! А, тоже нет, нам забанили лес, я не пойму. Сова.
Не, просто не появилось еще. А, хорошо. Суппорты все свалили, непонятно куда. Угу. Last hit-то идет, идет. Диман, ну что, мы пушим, да? Да пофиг, что у тебя дамага в два раза больше, я просто жесткий, блядь. Ты понял, нет? Здесь. А вы же пушите? Нет. Там еще аура КМ молодого пушим. Человека. Вообще, короче, кайф это таким дестроем играть, наверное. Ой, Диман! О, ребят. Бля, я в изи пойду, а че вы с изи ушли? Ну потому что там трое стояло у меня. Трое бегает. Понял. Нет, трое стояло. Цыганский, блядь. А у меня обсидиановый дестройер один стоит на линии, и я кайфую. Представляете, что с ними будет, когда мы соберемся пятером? Вообще ужас какой-то будет с ними. Они неплохо поднимутся на нас. Бля, они все-таки забанили тут. Не хочешь Фурион убить, хотя мы у них не убьем с физами. Давай, давай, высасывай из меня маном, мразь. Ну я жесткий. У них два сентрити стоят, реально они конченые. Ну, псиди, ну значит, ставлю. Тебе придется тащить эту игру. Ну все, давайте. Так, виномансер. Тут резко стрейф. Ага. Стрейф на базу к врагу. Не получается. Так, ну вниз идти не стоит сейчас. Еще один идет на отводы на 30-й минуте уже. Значит, мы вдвоем, братан. 30 секунд идет. Я пойду наверх. У нас трое уже в лесу. Фурион. Все в лес убежали с линии. Бля, я в изи. Горек. Иди в изи. В изи все нормально. Я ухожу только тут. Я, короче, на миде, помню, фраг делал, там заебись. Я пошел в мид. Нормально, нам нужно раскачаться, пацаны. Вы же понимаете, что у нас Фурион куда-то летит. Надо кач. Смотри, что это такое? То он только так, прилетел. На майнсер видит меня, по-моему. Он с ТП-шкой. Не видит. Так и чё, всё, убиваем. Джон. Пацаны. Кто сейчас, на пацан, Фуриона? Сейчас. Давай, я иду на него. Пати на Фуриона? Да. С Дестером больше никто не хочет стоять, да? Пиздец, что-то происходит не то прям. Так, поманцевал. В миди, фраги в миди! Поманцевал, и сейчас Фурион к вам, смотрите, сверху выйдет. Добивай. Соточка просто. А у тебя стан на один? Сол, ну я иду к тебе. Не, нахуя? Нашел, да, пацаны. Мне негде быть. Так, а у тебя был лол? Пофарми лес рядом, лол. Я пофарм. Дай пятый получу. Друха, подходи, сейчас отпиздим. Давай. Получи пятый, чё ты уёбываешься? Жучков, паучков только да там как пятый. Надо сделайте. Во, куньку станю, не станет. Получил пятый, мы пушим тут линию, блин, надо их сюда притянуть. Пацаны, я иду с вами линию пушить, потому что я чувствую свою полезность. Давай резче тогда. Ликантроп неопытный, у нас еще хз, что делать с ним? Максимум волков и кричалку. Смешно. О, смотри, Фурион. А, нет, забей. Какая боль, блядь. Забей. Тавр, я его погоняю, да. Тавр давайте забирать. Трое все еще в центре, вы там можете что-то делать. Бласт на... А он бьет, что ли, Тавр? Да. Ёбаный рот. Так у него наш пуш захлебнулся, да? В смысле, я сейчас подойду, три бласта еще дам, он сдохнет. Кто? Фурион и Тавр. Эй, ты че, лечу на него, лечу. Сдохнут. Я хоть катапульту буду пиздить, короче, это нормальная тема. Держись, братан, лечись от него. Ой, здорово. Ты жесткий. Тавр. Цемку, может? А тут веник еще. А может Тавр тогда лучше? Давай, может, Тавр. Веника Тавр добьем. Я танковать не хочу. Смотрите, развод. Опа. Ага. Фурион, байбек. Бежим, ребят, спасаемся. Бля. Вот он, Фурион сзади. Дайте ему слово, всю хуйню. Давай ебанем вам. Давай, конечно. Я КД. У меня все КД. Ебанули на отличненьком Фуриона. Ну чё ты так это слабенько играешь-то? Не, ребят, у меня все под контролем, смотрите, как умею. Лоу, да им пизда. Бам. Что значит не завершится победой? Ты о чем, Игорян? Не завершится их победой, он, наверное, имел в виду. Наверное. У нас все бруда, все здесь. Все мощные. Ну, пойду мид пофармлю сейчас. Так, а чё это они от меня хотят? Так что, кто тебя учил так делать? Ну, за что ты делаешь? Ты главное Марк. Это нормально. Макси. Блин, типа я... Пацаны, дайте бутылку получить, я хочу будет? Черные дыры делать. Давай черную дыру сверху. Вот так делаю. Помог. Мне не могу сделать, не мешает. Батя, реген маны какой интересный. Батя, кунки вангвард, ребят, кто не в курсе. Это хуйня. Че страшно? Один интеллект, я стою просто нормально. 13 маны. Так, че, ребят, я это самое. Пизды даем, не?
Даем, даем. Он Андрюхи маны нету уже. Да это ничего страшного. Андрюхи маны есть. Боже, знай. Смотри какой, блядь. Вот этого давай. Ему пиздец походу. Сосу, высосал полностью его. Отлично. Давайте я вам баф забазу. Дальше, дальше, дальше. Блэкхол есть? Куда там еще, дальше? Подожди. Да не, дальше не надо, пацаны. Дальше. Давайте сейфово. Ну все, я пошел на базу. Давай. Пацаны. Вот давайте как-то лучше. Фраг есть, можно поесть. Так, просветочка, блядь. Просветочка, блядь. Так, а чё, обсидиан дестройер? 9 левел, да мразь, вон. Не, слышите, обсидиан контрится вардом очень жестко. Там у них многие, кто контрится вардом. Точнее, даже я умер от него один раз. Кто умер от него еще два раза? Я, по-моему, только один раз не умер. Ты хочешь об этом поговорить? Нет. Это было очень грустно. Так, ну чё, Энигма, ты там БКБ какое-то делай, я буду меку. Мы с Энигмой... Андрюх. Блядь, это тут клапает еще животное ебаное. Не, ну я понимаю, я как бы поэтому и говорю то, что давай ты там что-нибудь уже это. Товара у нас падают, падают товара. А мы же пушить должны, по идее, не? Нет. Как оказалось, нет. Я предлагаю обоссать капитана нашего. Учитывая сложившиеся обстоятельства. Так, кто напикал хуйни? Да-да-да, говна просто набрал. Нам придется тащить это говно. Мне вот очень интересно, откуда у дестройера была ТП-шка в низкунке? Или он пешком пришел с меда? Ну, я как думаю, это... надо пересмотреть реплей. Очень такая ситуация. Короче, пацаны, у меня Владимир. Смотри, скоро. Ребят, спасаю его. С Владимиром игра пойдет по-другому совсем. Блин, понимаете, да? У меня меда проседает. Игорь, почему у меня FPS проседает? Ты досишь меня, что ли? Да. Ну, перестань. Игорь. В компе играю, снова ты досю. Так, а может мне надо что-то позакрывать там нахуй? Паузу можно не ставить, ребят. Ёбаный рот, какая загрузка интересная. Ты вас подстунить его решил? А, понял. Да, я понял. Так, просветочка. Процесс интересный. Димара, ты можешь там выжить? Слышь, крикните кто-нибудь, или контроль. Да, или этот. Слушайте, нихрена себе, сколько тут денег лежит. Там хуя там внизу экшен, я лечу, Диман. Дмитрий, двое, корабль, бухту. Слушай, что, убиваем там, да? Мы сейчас разъебем их, я тоже иду. Лови его с крыльями вот этого. Ее, беги, волк. Прям колдует. Да не, меня рядом. Задинай, алло. Извини. Давай мы этого убьем, слышь? Я дал ему. И пауки просто грязь намутили. Ага, отлично. Я все контролирую ситуацию. Ребят, я тут это бласты раздаю, все в порядке. Давайте пушим линии потихонечку, уже начинает. Вот я начинаю. Посмотри, что снизу грязь какую-то делал. Ну внизу я же говорю, да. Совсем забыл, что мне раньше. Я сейчас появлюсь, сразу хоул сделаю. Давай. И пойду лесочек пофармим. Наш торрент поймать, слышишь? Он сейчас будет, да, смотри, торрент. Оп. Что это, дефить? Интересный молодой человек какой. Не, они дефить не будут, там 100%. А чем дефить, они уже в говне? Ну ты именно. О, мечай! Нормально. Так хорошо. Они там еще и пиздюлей дали. Сейчас я прокачаю свой вард еще. Дестройера убил, слышь, левел 10. Прокачаю палку, короче, и дестройер опять летит. 1000 хп, ебать мой хуй. Откуда у тебя столько... Ты что, выживешь? У меня есть блэкхол, я иду. Веномайнсер останет. Форстаф там, вот это все интересно. Блин, мне надо... Сюда, нахуй. Трэп, понимаешь? С чего? Пар крипов. Ну ты прошел мимо, так что все нормально. Подожди. Давай я сначала, мне очень надо. Это, пацаны, так что у нас же комбинация ликантроп плюс бруда, что нам вообще париться? Дайте Владимир ее. Подожди, деньги. Бери, окей. Бери. Ты посмотри, все портит. Все, хватай. Бери, Владимир, свой. У тебя будет хаваль? Да. Юзать? Нет, паучки кончились. Что-то это раз и сдохли. Что-то паучки кончились, бывает. А, ебать, он пониже бег по вызванному с плюсом с арба. Ребят, а смотрите, тут на меди атака. Разве это атака? Палку поставлю внезапно. Она у тебя какого левела-то? Хорошего. Слушай, ты знаешь? Да. Там он торнут ебал. Кто-нибудь еще? А, нет, забейте. Может, мы подойдем? Тут что в лесу веник. Короче, я пушу. Пушу линию. Ну, хотя веник обходит. Мне кажется, все хуйня. Меня, веник? Муж пизда. В смысле, ты о чем? Не, да. Веник на миде. А тавр-то не задинаялся, пацаны. Ну, помощи нет просто. Как бы. Еще смотри. Тиммейты в говне. О, Лех, смотри, подарочный. Крита я ему не дал. Нет, ты дал крита, он под кораблем уже был.
Вот в чем суть проблемы. Так, Митя. Слушайте, а для бедной Пугны, по-моему, места нет на карте, я правильно понимаю? Ты что, ты как себя ощущаешь? Давай мы его выберем. Нормально, у него там веник еще дойдет. Ну дай кому-нибудь из них слово. Веник там. Просто веник во всех плюет. Это брудоматерь. Я просто... Я их рты Алексей? Просто переворачивал. Понял. Смотри, мастера, блин. Ты ж, вы там играете 3 на 4, двое у меня по кулдану. Чё вы отсасываете? Они мощные, Диман, понимаешь? Нет. Не понимаю. Бля, пойдем Рошана ебанем. Надо пошли. Линии как-то пушить. Это они на топе сейчас все нужны, чтобы низ уже был сильно распушен. Отличная идея, капитан. Угу. Ну, Диман там все грамотно делает. Так, вот у нас помогаю. Энигма торгует еблом. Мид вы должны пушить в это а время. А какой, Вася, торгую еблом? Мы там на низу грязи наводили. Вы тут Энигму пока бы почти. Слушай, нам топ надо задефить. Да, ребят, Энигма. Надо задефить топ. Без блэк-холла, я думаю, это не важно. Блэк-холл в ТП, видишь, да? Вард, конечно, есть. Смотри, блин, я бегу. Смотри, там эталоны что-то творят с ней. Под ховлом убили, нахуй, отлично. Насилование. А давайте мы можем еще кого-то. Они уже ничего не могут без Сэмки. Видишь, они убегают. Ну, они понимают, что говно ситуация. Может, в погоню? Здесь. Может, в погоню, ребят? А под бордом. Энигма, вот Энигма в погоне. Блин, я не могу. Игорь! Ой, о. Сзади птица, блядь! Я прячусь. А какая боль! Я стрелялся. Пожалуйста, обсидиан. Блин, ты не добил. Пощади, братик. Я выжидаю момент. Там корабль, ребят. Не делай такие бласты больше. Корабль в бухте? Так понимаю... А где еще? Я... А, Брудотавр ломает. Давай, слышишь? Кстати. Тут подеремся. Я тут веника вон там преследую волками. Давай. Его спрятали, но... Блядь. Кунка с лотаром, прикиньте. Давай, бей меня, придурок. А хауль скоро будет? Смотрите, Кунка. Будет какой просвет на него там? Какой просвет? Он торрент, по-моему, баткнул. Ага. Какой просвет? Ты совсем охуел. Кстати, маны пока что. Фурион куда-то прилетел. Ребят! Вниз прилетел. Ребят! Фурион? Ты чё? Ну а вы что, не ожидали, что ли, такого поворота? Сейчас ну, это же суицид. Будут. Ну, суицид, смотрите. Я не достаю. Суицид, достал. А как бы он... Надо же ожидать такое. Сейчас смотрите. Очень быстро. Давайте я БКБ, короче, дособираю. Нормально. Мне тут осталось рецепт на БКБ, это замечательно. А я смех уже. Я там, кстати, снизу Т2 уже упало. Ну, Митяй знает, как надо. Я Рошанчика пойду скоро уебу. Давай. Вот. Тайминговый. Только пригнется. Тайминговый Рошанчик на 16-й минуте. Ничего личного, Алексей. Ничего. Блин, а может это догонимся собрать? Что там сбивает у них? Да нихуя там не сбивает, догонимся, сделаю, будут сосать. Что за смехуёчки здесь, блядь? Просто я не понимаю, зачем тебя гоним? Ну да. Ха-ха-ха-ха-ха. Мид подпушим, пока он там внизу бегает, Сэмка. Я уже на всех идолонов собрал, блядь, фурионом. Так, понял. Ну вот, смотрите. Нам надо тут как-то пошустрее подпушить кого-нибудь стянуть, и я пойду лечиться. Я ща ману дам, меку дам. Куда тебе лечиться-то, блять? Ну давай. Смотри. Я себе тогда медальку везу. О, кстати. Ой, птица! Птица-синица. Я тавр, я тавр. Фур улетел. Нет, фур улетел. Я его подкосил перед. Поймал. Ух ты, ебаный рот, не надо! Ага, понял. Братан, ну они под кораблем не чувствуют просто эту всю ситуацию. Убегай оттуда, беги. Блин, а вард-то стоит, вард-то бьет. Там медалька, кстати. Слышите, а Зевса у нас нет случайно в команде? Нет. По-моему. Или я что-то не знаю. Блядь, они, ну они на походу мид идут. Слышите, что они походу мид идут? Зачем? Что будем делать? Хуй его знает. Надо дефима. Паниковать. Первый вариант паниковать. В принципе, самый распространенный для нашей ситуации. Да не, они засали. То сплитпуш у них на топе серьезный, надо дефить. Не, ну это видно. Игорь, нормально все, тележка хуярит. Оп, и все. Вот и все. Игорь, а ты бы убить мог там 5 человек? Да нет, я не прав. Хочу. Блин, сейвы выиграем. Правильно. Ты мне какие-то вещи непонятные. Убить вот этого. Слышь, а ты Рошан не хочешь пойти, блядь? Хочу, надо сначала мид толкнуть, чтобы ну, меня так не видно. Ну так Пугна нормально толкает, в принципе, мид, как считаешь? Я, кстати, ну я же показался уже, Андрей. Ты же показался уже, Алексей. Показался? Что я сделал? Показался, Алексей. Может, ну, теперь разъебем их? Там лоу хп двое. Да мы Рошана сейчас разъебем. Да Рошан это само собой. Блин, где все мобы опять?
Так, плюс кто-нибудь будет на топ? Плюс просветочка, кто-нибудь вниз. Тоже. Бля, вот это ты зря сделал. Кто-нибудь будет на топ? Так они потанкуют, братан. Я вниз буду. С просветочкой? Да, с интрижки есть. А на топ? Пожалуйста. Я просто орчатом, мы его убьем до корабля. Yes. Пожалуйста. Надеюсь. Yes. Под хаулем точно убьем. Ладно, я понял вас. Команда меня кинула. 15 секунд. Угу. А, план не удался. Теряемся. Блять, я ведь не в нем сижу? Нет, не в нем. Вы мне не поможете на топе? Сейчас закончится уже. Скорее всего, нет. Ну хуй с вами. Короче, что-то, по-моему, ты наебал меня, Митяй. Что-то я не знаю, надо было. Ты обещал, было что, обещал, что убьем, а как бы по факту... Обманул. Я не виновен, ваша честь. Он слишком быстро бегал. Это хорошо. О, хватит, нет, стоп, это плохо. Так, а сверху что это такое? Сверху френ наглеет. Ах, мразь. Мне кажется, надо наказать. Кто-нибудь не хочет? Да я хочу наказать его. Блин, нах мне эти сентри, даст нужен. Я куплю. Я купил уже, ну все нормально. Я сентрик еще возьму. У нас вижу, да, что это нормальная лес. Команда. Это самое. Господин Игорек, сейчас да. Он еще раз что-то такое сделает. В таком мне же кажется, стиле. Он уже понял. Чем тут запахло. Игорь, ману дать тебе? Ладно, давай. Давай. Мне замечательно. Мне, кстати, мне даст сейчас надо скинуть на медведика. Скинуть. Значит, как какаху скинуть. Ну да, как-то так. О, резните гем-то вес. Гем? Ничего. Хрена себе. Так мы поднялись. Нормально. Рошана убили в итоге, да? Угу. Рошана убили, гем взяли. БКБ на Энигме появилась. Ой-ой-ой-ой-ой. Я говорю, острота-то рабочая. Может, мне задефим? Вы как? У меня есть ТП, мы да, мы сплитпуш делаем. ТП. Веника, давай бьем. Мы с лепехой сплитпуш делаем, пацаны. Какой лепехой? Уберите куньку от вышки. Веника, надо разъебать. Акунька. Акунька. А он сзади же грязь будет делать. Да хуй на него. О, ёб твою мать. Смотри, фура, фура улетает, пусть улетает. Ага. Он, фурион летит там. Молодежь. Кто? Где? СМ-ка? Где? Ну, блять. Вот она, вот она. Блять, спасите меня. Хуйню. Нормально, мы тут тауры забираем. Алик Дейтл, блять. Что-то это, тут... Ну почему вы все вперед убежали? Гоха гейм сломаем. Давай. Они все снизу. А мы сверху. А может не получиться, Андрюх. Так, давай попробуем отойти тогда. Может не получиться сломать. Может попробовать низ сломать. Точнее, отдефить, не то чтобы сломать. Атос появился у дестройера. А, это мелочь. Все равно неприятно. Так, ребят, ну чё, вот это надо дефить. Ну есть холл, пацаны, могу холла вам дать. Надо? Нет, не, спасибо. Зашлись. Я боюсь я с вами ТП уже делать. Чё, Андрюха, принимать его будем? А то, смотри, я уже принимаю. Кунки не будет там, ребят, если вы, как бы, помните. Кажется. Не принимаем, Андрюх. Понял. Ну, может победите, побежите на него. Я могу я победить его. Я типа бегу навстречу. Ой, на Фуриона. Давай. Бля. Почему он его не бьет-то? Пацаны, я-то два меди не заберу, получается. Ну. Сейчас паучки! Закончится. Паучки, ну. Бласта. Нет, вард. Бласта. Ёбаный в рот. Нету бласта, нету вард. Нету бласта. Зато тауэр стоит, ребят. Кстати, он бы сдох от варда. Там же мана отнимается, возможно, когда ты улетаешь только, да? Чего? Только как оставать начинаешь, сразу отнимается. Нет. Фуриона, ну вспомни сам, ты типа кастуешь, он только как бы... Он только... Турч понимает, а, да, мана отнимается, когда только улетит. Так что там уебало бы. Так, а кто это оранжевый тут ходил? ЦМ-ка вот здесь. Давай ЦМ-ку ебанем. У меня тут некрочи появились, первого левела. О, правда. Здравствуйте. Дестройера, гоу, кого-нибудь. Только на топе, кстати, у вас его не будет. Как засасывать-то его, блядь? С курочкой вместе, с курочкой! Хорошо. Да. Фрион зачем-то на топ. А вот эту молодую леди. Юную. Фрион, вот эту юную леди, ребят. Раскачивается ему в спид. Игорёк. Да. Все нормально? Нормально. Он что, себя посадил? Да, ну он, видишь, мощный парень. Ну чё, ребят, я тогда сплетану вверх, а вы приходите, убьем сейчас. Алик, убьем с тобой, правильно? Кого, в топе? Конечно. Сейчас. Я на миди долончик вызову.
Торрент, давай, под меня, сука. Я тут виномансер уже это обставился. Так, посмотри. Фурион. Фурион. У меня есть Сентри. Ну-ка. Сентри это такой себе. Поехали. Господин, здравствуйте. Тригант, блять. Слабозадый? Да. С такой усами рыжими. Блядь, просто волки, пауки, все подряд. Че вы, собственно, хотите от меня, ребят? Я Люкан, у меня есть форма. Ага, вот, понял. Смотри, смотри, оп, и ты теперь без понял. Формы, а Егис сейчас закончится. О! Да. Может, у тебя еще БКБ есть в запаке? Ну, короче, Люкан, молодец. Угу. Фит любой. Пацаны, я стянул врага. А? Отлично. Я свет пушу топ, как обычно. Мувик что сделать? Ну и чего вы хотите? Из таких моментов, где соло сначала выебывается, потом пизды получает. Мне кажется, даже можно будет полнометражку снять. По времени там будет, на, скорее всего, на три серии. Привлечь режиссера только какого-нибудь тогда хорошего. Такого. Да. Может даже что-нибудь выиграем, какую-нибудь номинацию. Там Энигме помочь надо, ребят. Да ладно, не, нормально. Ладно, вы на Люкан. Вот почему я был, блядь, замедлен-то. Ебанатос. А то. Рейдер укатывается на форстафе, потом ад сверху. Не догнать, не взять. Вот такие. Только если у тебя будут Травала, Яша, барабаны. Форстаф и все. Юл. То что, шутите? Цыган, ну или так, да. Фурион-то видели, что? Аганем сделал. Красава, что? Профессионал. Молодец, Фурион. Игорь, тут такое дело, короче. Какой именно? Крипы в лесу от старости умирают просто. Угу. Так, ну сейчас Аганим, БКБ, Шива. А что, тайминг никто не записывал? Записывали, а зачем? Конечно. А через минуту Рошан уже будет. По-моему, ты обманываешь меня. Пропал. Вот конечно. Именно. Да, мы курочку все-таки осилили там, да? Да, давили. Ну, молодцы. Молодцы. Ничего. Пацаны, мне кажется, по голде мы начинаем перефармить врага. Причем на порядок, да, так? Определенно, у нас намного больше. Слышь, иди в лес. Человек. Мне очень надо. Ладно, я пойду в лес. Хорошо, Андрюх. Ты себе не представляешь, насколько мне сильно. Может, надо. Мы сейчас найдем кого-то тут? Ну тогда, может быть. Можем всех найти. Нет, всех нам не надо, нам бы кого-нибудь одного вот. Боюсь, что они вас не спросят. Хотя он не тот, да, человек, которого мы ищем. Смотрим. По-моему, они как бы все ходят. Мне кажется, они заподозрили. По-моему, они нас видят, блядь. Давай отойдем отсюда, слышишь? Они готовятся так как-то, блядь. Я говорю, они что-то заподозрили. О, слышь? Кто там был? Лепёх, там Фурион был. Фурион? Да я подпушу топом, да. Знатно так. Мало, они на тебя идут, смотри. На самом деле, может, веник разлетел? Слышь, ну нашёл, я полетел. О, здесь Фурион. Фурион? Блядь, нас берут в это. Кольцо ванальное. Ванальное. У нас есть... семечка, нет? Щемите вот этих, щемите. А, да, давай. Бля, там еще кунка, тут их 5. Я Фриона кусаю. Грозно сказал. Пятку. О! Так. Здесь меня посадили на крест. Хорошо как! Альберт! Какая грязь! Я где все? Помогите! Иисусе, блин! Медас на кого-нибудь. Не работает. Да мне медас надо заюзать. Коша, грязь делаешь там, да? Ну-ка. Ну такую, братан, не очень грязную грязь. Там не самую грязную. Ой-ой. Нихуя он быстро Василим? Бьет. А это Василим потом дескарт? Пацаны, кунку перетянул. Пацаны. Перетянул кунку, ребят, все нормально. Я живу. Пиздец. Ай, гем. Стой, сука. Сейчас слово будет. Сука! Стой! Да, просто. Забрал. Подожди! Игорь! Там еще и гем остался, блядь. Еще и гем проебал, ну забей. Один я выжил в этой суровой драке. Дред. Маленький-то вагинальный недоразумение, ну как ты мог, блядь? Дред, а ты чем был занят все это время? Я гонимся фармил. Гоним фармил? Да. Важные там. Да пошли вы, блядь.
на черная дыра уже просто сидеть начала, короче, от того, что на ней КД не идет. Я могу ее уебать прям в крипов вот здесь. Это... Верю, я верю. Не нравится атак спид кунки. Да мне этот кунг в принципе не нравится, честно говоря. Там ракончик сейчас будет уже скоро, по идее. Блин, он меня и в суп уебет с одного крита. Тоже такой момент. Ну он убивает, я слышал. Не с одного крита, но там он просто тычек 5 дает за 2 секунды. Слышь, ну толкни топ, я пойду рушанчика коррулить. Да, да, сейчас я толкну топ, там Фурион в лотаре уже кунг небо ждут. Не, Фурион не зубул. Ну, у него есть способность телепортации. Да ты чё? Я его прогоню отсюда. Так, а это кто снизу был? Обсидиан. Отлично. Ну, я чувствую, что снизу сейчас будет. Моя чуйка мне говорит, что будет снизу сейчас драка. Вон, Митяй разводит, типа ульту прожал. Ага, все уходят оттуда. Ну ладно. На топе кунка. На топе к этому человеку я не пойду, ребят, сори. Но это а так. Просто. Да, Егис, хочешь что-нибудь взять? Давай, я заберу. Че, все, лучше шесть, не тебе, лучше слотов? Лучше, лучше пугни, я считаю. Ну давай, давай, там просто... Берите кто-нибудь, да. Ага, понял, у меня тут ганг выехал внезапный. Фрэн с кункой на топе будет кто? О, внизу, внизу разбирать надо молодежь. Же. Сейчас, я иду. Господин Бруда. А у них гем, да? Да вроде нет, я так... Да, да, вот Сэмки. Сэмки гем, все, на наш. Всего. Кричи, сука. Я топ толкаю, иначе они тут поломаются, так что вы там как-нибудь это... А чё они? Ну сфокусируйтесь, сфокусируйтесь на пугне, суки. Сэмку ж убивать надо, Сэмку, знаешь, гем, похуй на дестройера. Блять, у меня ТП нет, прикиньте. Не, на том не побегу за Сэмкой. Наска! О-о-о-о! Вот видите, он хотел ульт кастануть, ульт не вылетел, а его пиздануло. Короче, кунки красные цифры вылетели на меня, и они идут топ. Ну да, а вы говорили, когда мана отнимается, только не отнимается ничего. Да, ты не понял. Там, по идее, не так. Так, сейчас... Друг, Астралио, Астраль. Сейчас тоже красная Кажи цифра вылетит, есть. Короче, мне кажется. Опа! Адаст, Адаст, ты где? А у тебя Адаст нету? Тимана, мы тогда сможем? Ну, тогда уже поздно. Ну, типа, хуй знает. Если кунки не будет, то сможем, да? Ну, типа, он уже ушел с топа. Давай тогда и мы, наверное, уйдем отсюда. А, и уходите. Так, что, 16 уровень, там все как надо. Блин, БКБшку или не БКБшку делать? Нахер мне это БКБшка, лучше какой-нибудь форстав. Бля, а чего вы не пушите топ? Надо уже пушить жестко. У меня там выебали. Меня там тоже выебут одного. Да они вниз по-любому топешнулись. Я бы не был так уверен. У них здесь вижен есть. Игорь, может, а ты скади делаешь, естественно? Конечно, да. Угу. Хорошо. Скади, да? Да. Так, надо вардов, что ли, купить, поставить. Нормальная идея? Отлично. Я просто недавно играю, думаю, как они нужны вообще, нет? Строишь снизу. Так, курица, возможно, ты сдохнешь, но за бравое дело. За команду. Подожди пока здесь. Вообще, ну, кстати, мид надо сломать, Т2. Последний. Лунка тоже снизу. Ну, значит, можно не бояться. Снизу. Понятно. Да я вот топом пушнул очень жестко. Можем сейчас пятером быстро. Да, да, надо. Давайте, короче, давайте. Урок для начинающих саппортов. Когда вот такая ситуация на карте, вот прям то, что вас ебут везде и сплит пушат. Вот самые четкие варды, это вот как-то вот так вот. Здесь и здесь имеется в виду. Говно ебаное, блядь. И просто как бы это точки, в которых скорее будет всего будет ТП. Находиться. Давайте враг, все пятером. Фармить, так, а мы же пушим, Диман. Они, все, они свалили к вам. Да похуй, тут есть не свалили, даггер. Он-то остался. Black Hole, даггер есть, давайте тут. Сейчас они пятером соберутся, мы их отъебашим. Тут у нас вард есть. Да, отсос есть. Кунки две бурезы. Угу. Хохмач. Го ХГ. Давайте. Хохмача сейчас. Только нам бруды не хватает тут очень, по-моему. Ну я за кунку подержал. Хотя бруда онлайн пушнет. А вот кунка. Давай чутка назад, они побегут за нами. У меня варда нет уже. Мне кажется, они не побегут. Они побегут 100%. Ребят, по-моему, мы давайте уже, мы сейчас приехали. Сделаем. А мне даггер сбивают. Раздержись. Ну как, блядь, даггер, ну? Там смотри, Энигма. Большой блокбол. У нас Аегис же был. Все нормально. Аегис. А, у Дреда Аегис был, да ладно. Неплохо сосёшь, кстати. Спасибо, ребят.
Слышь, мне, по-моему, пизды дают. Лол, как я сдох? Нас убил Сэмка. Пацаны, ну, в принципе, идея хорошая, капитана одобряю. Да ты, блядь, инвалид. Кто-то из вас точно инвалид. Говорю, давайте отойдем. Вот тут встает Энигма, блядь, вот тут. Схватили одного. И меня пеньки начали пиздить. А кого схватили? Андрея схватили. Андрея схватили, все правильно. Так ты как отходил, как блядь, как инвалиды отходили? На эфемит, кстати, идут, ты бы дальше мог идти. Блин, Алексей даже не может нормально командовать в паблике. Короче, все, я беру руль управления на себя, значит. Ты сможешь? Да, нахуй все, ты? Нормально, значит. Бруда, что делаешь? Снизу подпруж, попробуй стяни кунку, осторожно. Смотри, чтобы там тебя не убили, братиш. Ликантроп на базе уже, сука, должен быть. Нет, забей, пуш, сплитпуш, все правильно делаешь. Молодец, парень. С мидом что делать будем? С мидом будем отдавать его. Без мида лучше нужен спросить, нам что мид, делать сраный. Будем. Мид, говно, не нужен нам. Давайте, нормально, пацаны, нормально, не расслабляемся. Игра еще не выиграна. Все нормально. Сэмочка в топе, веник тоже в топе. Покупаем все, идем, значит. Пушим мид. Осторожно. Байбеки копите себе. Мрази. Че, фармите все, вот это. Гем нужен. Неважительное отношение капитана к тиммейтам. Гем есть у нас? Есть гем. Хорошо, снизу не убьют парня. Фарми весь лес, весь полностью. Варды купите. Энигма, купи варды, поставь где-нибудь. Вот здесь, вот здесь, вот здесь варды. Вот везде варды на их части ставь. Нам нужно видеть, где они, человек. Ничего не может этот Солок говорит, лучше бы молчать ему вообще вечно. Мут. Ты доебался до меня, закрой рот свой, блядь. Мразь. Иди фарми вот этих вот ребят, фармим их лес. Отчаянно фармим. О, Хиксуля. Да дай ему декрип, мне дай декрип, кому ничего не дай, блядь. Ну как вам ушел? Оо, зашел. Хорошо, молодец. Забанил, хорошо. Яши. Чуть подальше на меня надо. Кунка, Фурион нахуел вообще внизу. Фуриона убьем и все, можно заканчивать игру. Фурион живет, пока МКБ у него есть. Баш, давай, баш. Баш, ну, баш где? Баш. Дима, в церковь, срочно. Не работает. Шанс молиться, что за хуйня? Вот это фармить, все фармить, пацаны. Фармим, отфармим, выфармим. Буду отпушивать мид. Если что, приходим с сейвим, блядь. По-моему, да, если что, настало. Димана, мы сможем башить вдвоем, как думаешь? Да. Так, тоже пацаны, пацаны. Нашел, значит, кунг. Убивать надо, срочно. Ебать, 2950 он стоит, это очень много. Ребята, где вы? Ага, Фурион здесь еще бежит. Мразь, сука. Фуриона убить, срочно. А можем? Да. У меня есть некра. Братан, какой долгий декрип, нормально. Очень хороший декрип. Капитана, слушай. Здесь кунка бегает. Что делает капитан? Что делать? Я потерялся на карте, что мне делать? Капитан говорит, вот это вот через 15 секунд будешь фармить. Отпушишь немного мид, будешь это фармить, сука. А можно низ пофармить? Нет. Ну, на майнших наглый, пиздец. Наших можно этих. Убивать. Наших, наших можно. Хрен тонул. Можно, если можно. Кому-то человек. Интересно. Спасибо. Обычный человек. Бля, Диман, нихуя ага. Сильный, блядь, это же... У меня кунка на топе и... Виномансер убили, хорошо. Сейвить, везло. Сейвить Игоря, Игоря сейвить. Да, я сам могу, если он без МКБ. Он с МКБ, но... Не работает. Он вообще не работает. Невезучий. Оно не работает, лол. Да, лол. В смысле? КБ, на БКБ. Да ладно, это когда ввели? О, ну еще лет 5 назад, наверное. Нихуя себе. Снизу собираемся, резко атакуем. Обсидиан Дестройера убиваем. Не знаю, я Рошана жду, а вы там как хотите. Атака, пацаны, снизу. Все, давайте, отойти, атака, отойти. Атака, ребят. Не получилось, уходим, уходим, все, нормально. Атакуйте, атакуйте его. Не расстраиваться, главное, не расстраиваться. Все еще будет у нас, будет праздник на нашей улице. Да, он когда появится вообще? Хуй его знает, вроде да, скоро. Так, Энигма с вардами, где варды? Да ты еще точно, ты рано стоишь. Я варды поставил, короче, вот один здесь сняли. Ну, кстати, Олег, ничего страшного, страшно. Нормально, нормально, Олег, хорошо, блядь. Он кого оставил на миде? Да, Рошан, я тебя пересижу тут. Латарь на миде. Мид надо отпушить. Знаешь, срочно. Кунка, нет? Уйди оттуда. Ты там вверх будешь отпушить. Стоять? Да. Две минуты еще, ты, Роша. Чего вы встали-то? Две минуты забери. Бля. Бля, Диман, ладно, доверюсь тебе. Ты бывал один раз на 17 с гаком, на второй так, пришел на почти по таймингу. Браузер открыть. Еще разочек проверим. Поэтому на 19 с гаком он появится. Еще разочек. Блядь, да чё у меня с FPS-ом-то? Комп не тянет стрим. Да. Появись, Рошан. Блядь.
Ну ладно, вот сейчас точно. Рошан! Ох, колдуешь. Говно какое-то, репутация надо, что ли? Нет, не хочу. Ох. Топ надо толкнуть, там вообще беда какая-то. Надо, надо топ толкать. Так, ребята, нормально. Так, значит, для контроля БКБ делай. Схуйте. Мразь. Ничего не умеешь. Слышишь, на победу же играешь, какого хера ты без БКБ еще? Ну что, денег не было? Меня, блядь, да и ну, на башер-то у тебя, блядь, есть деньги. На башер-то есть. Ты ж сплит пушишь, какой нахуй башер? Фурёнчик. Он тебе сейчас даст, во. Лови его, лови, Вася, Лотарка Д у него. Ты ебанулся, что ли? Там вся команда может быть за ним. Здесь сломать, ломать его, пока есть время. Убивал, блядь, моих пауков. Давай, 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 давай! А есть вижен? Да, 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 на меня гоните, у меня гем. Волками надо блочить его. Как пупей? Как пупей? Пупан. Замедлил пидора. Здорово. Хорошо, и Рошан появился уже. Давайте тут под крипами прям в охуевшую такого. Да, а чё, они пескуньки ничего не могут. Я, кстати, возьму Эгис. Так, я помогу вам. Охуенно. Все в порядке. Я капитан, нормально все. Резкий аргумент. Сыр, сыр, сыр. Сыр, сыр, сыр. Бруде сыр, срочно. Нет, некуда. На Экс, хорошо, сыр, найди. Отличный на Экс. Молодец, сыр. Место пизделей, стоп, действие. Крипа мне одного, пожалуйста, спасибо большое. Назлол, на одного крипа, пожалуйста. Лёх. Пизду, я не буду с тобой играть в одной команде больше. Ты не умеешь играть в доту. Смирись с этим. Так, Фурион что-то такой смешной, интересный, забавный. Цем с Юлом. Кто? Цем с Юлом? А, не хочет, чтобы я больше так убивал. Че, толкайте топ, пойдем пизды им дадим уже. Так, слышите, не слышите этого человека вообще, если хотите выиграть. Серьезно говорю. О, Фурион на хосте в топ побежал. А давайте его поймаем. А вот Вардишу снять, здесь Вардишу. Я сниму, сниму, я видел. Так, пацаны, топор, сверху топором? Байчу, очень хорошо байчу. Бля, мид надо еще. Я в миде байчу. Всех по чуть-чуть пососать, хорошо. Бегу. Ну, так, кстати, кто-то вышел. Во-во-во-во-во-во. Так, ребята. Удачи. Дрожь, что навалился. Жад, пидорас, умри нахуй. Веник в миде с мантой. Главное хорошо развести очень. Давайте нам быстрее пушьте топ, волк. Вот сейчас можно, сейчас нужно идти. Я мид держу и подойду к вам. Двое у меня. Срочно вниз, срочно все вниз, в смоке прям бежим. Смок в курице. Давайте, быстренько, 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 команда. Вот эти двое на миде, послушных, которые. Вот этот мидер пускай что хочет делает. Пускай проигрывает. Бруда пушит, мы идем к ней. Пацаны, пацаны, давайте, давайте, давайте. А, ну ладно, тогда я в смоке один пойду. Ох ты ж, блядь. Как больно. Давай ты не будешь меня так больше бить. Так, у кого там Аегис у нас? У Ликантропа, который на топе. Отлично. Тратит животных своих, к сожалению. Пацаны, просто... Низ фокусим. Они нажимают глиф, мы отходим, потом делаем просто трон. Драки. Сейчас я подойду к вам. Я уже подхожу. Так, Кунка уже здесь, скорее всего. Да, вон он. Или потупите внизу, я сейчас топ сломаю, нахуй. Фурион появится сейчас. Пацаны, команду... Ну, у нас Аегис, мы бы потупили бы по эффекте. Команду, короче, не выполнили. Вот мы. Есть. Есть. Ой, бля, сейчас. Какая боль. Просто половина армии умерла. Тупите внизу, да? Тупим. Тупим. Тут вар где-то тупите. Стоит. Я, кстати, нормально входит. Думаю, что там. Да, надо чекать. А гем есть? Да, да. Гем. Скажутся. Давай, так, как? Ну, давай нападай, они тебя уебут, нам похуй, мы не сломаем. Они дважды тебя будут убивать пятером. Я знаю. Да я жду, я теперь здесь буду. Блять, меня закекли. Помогите! Я бегу, бегу вниз. О! Рейдж делай. Так, дерись. Цепляйте, лол, БХ есть? Где Энигма?
Да я Вася Вард снимал. Очень плохо, что ты Вард снимал. У нас четверо соло, если что. Ой, там взгляд сейчас войдет. Блять. Ты же говорил, что я снимаю Вард. Ты об этом знал. Я никто тоже хиданул, да, блять? Я походу в говне. Хотя там дред вроде поймали, слышь, кунка? Что происходит с Эйксенс еще? Ай, блять. Не бей, ору. Тихо, тихо. Ты соло? Ага. А это что? Хорошо? Леша, сзади. Как я далеко сосу-то. Так, можно отходить, ребят? Дело наше сделано здесь грязное. Ёбаный ты по голове. Кто не уходит, тот на Икс. Какие вы гриды, это просто пиздец. Просто стоите, блядь, втроём впереди, Энигма сзади, блядь, я в топе. Пацаны, все, пацаны, я тебя... говорю, не слушаем этого человека, если хотим выиграть. Жесть, чите на победу. Играем. Напряженное молчание такое. Угу. Холодок стены, между нами, между всеми. Между нами четырьмя, типа тобой одна. Вообще? Не-не-не, я на Алика сейчас сижу в обиде прям. Вася! Ладно, пошел сбивать. Андрей, вот скажи, как было? Да ты сломал Вард, все заебись. Никто бы Вард не с ним не сломал. Да. Nexus встрял, короче, и все полетели. А Nexus не прав, согласен. Стою и полностью ничего согласен. Nexus педрило, ладно. Он должен был отойти, мы же Вардишу снимали. А его схватили за яйца, и все. И Алик виноват, блядь. Кого-то за яйца схватили. Опа. Да-да, стоп тебя, блядь. Красные цифры. Красный ценник. Не сможет это как-нибудь? Да-да-да. О, Игорян, Диман, то есть твой выход. Ебать снизу фарма. Ебать, кунки больно было. Ох, ты шига... Что творит, а? А, ну Митяй уже хорошо одет, я смотрю. У меня грибов больше, чем минут. Раз больше, 10. Чем 4554, что ли? Да, и еще на пару выше. Бери. Понял. Ты тысяч, само собой. 4600 грибов у тебя. Правильно понял? А есть еще что замедляет? Башер только если. Башер замедляет, да. А, ты... А, максимальное замедление. Игорь, понял план. А Орбов Вином где у тебя? Так это ж Айскаде. Он входит в комплект. Понял. Тогда ладно. Собери Чена. Собери Яника. ДДшечка внизу. Ребята, кунки нету, можно опять вниз идти. Как львы драться. Не, байбека же нету. Вот Вардишон. Вардишон. Nexus, прекращай делать эту грязь. Это 40 нормально. Секунд же. 40 секунд до пацана с бородой. Так, пацаны, бластую. Tower Defense, блять. А, не, слышите, какой нахер бластую? Там хекс, пацана. Там два хекса. Пацаны, сейф. Black Hole, Black Hole! Хорош. Так, этого высосать. Бил цемочку. Мне кажется, засосал. Даже жив. Не засосал. Может, по кому-нибудь еще? Кто настоящий? Фурион, по-моему, настоящий. Вот этот, Фурион тоже настоящий. Да, с ножом. А это... Где, заберите, товарищ? Где? У меня слота. Не надо уебывать, лол, я топ вот подошел гем. Уже, дред, быстрее. Дред, дред. Там, заберите гем! Ух ты, ёб! Деритесь там, алё. Что делаете? Берём всё тут. Так, ребята. Леща, ребята, лещаем. Красные цифры могут быть. Ой, я всё, я засаду. Деритесь еще. Да помогите! Еще. Еще деритесь. Так, поймал. Еще деритесь. Давай еще его. Давай. Отсосу еще у него. Отлично. Теперь ломайте там сторону, если есть варианты. Вариантов нет. Фиданул? Вариантов больше нет. Ну, блядь, ну как фиданул? Типа, у меня трое, дестройер, кунка, фрёнг. Все, ребят, отлично, можно уходить отсюда. Да, у вас веник был? Не, если у вас веник был, да, все понимаю. Мы очень испугались. Вот, знаешь, не знаем, что он делает, но на пришельца похож. Вдруг он вызывает корабль какой-нибудь неебический и хуярит. Ты должен понять, ликантроп. Так, то есть гем опять, да, не забрали? Да. Рашен когда будет? Сейчас будет. Сейчас будет? Через минуту. У меня байбек стоит 14-8. Потому что у меня нормальный там наклевывает.
Так, это что, мне хекс нужен, да, получается? Получается так, да. Да что за лаги, блядь, браузер выключен нахуй. Без него не лагает, отлично. А как же общение с фанатами? Да вот не получится, я не знаю, просто очень сильно лагает. Эй, там же сверху у тебя фарм? Нет. А, да. Рошан появился там, мне надо игры. Сейчас появится, секунд 20 еще. Мне реально нужна игры, без шуток. Так зафарми эншентов, чтобы без шуток взять эту тему. Да без шуток я сейчас и так возьму. Бля, топ мало толкнули мы очень. Но я толкнул много его. Я с Андреем пойду толкнул. Что-то как-то это, тайминги у тебя. Надо какую-то нахуй активность на карте наводить. Это что-то палево, да? Ну да, пиздец, я палюсь. Андрей, я спизжу тебя катапульту. Не, пожалуйста, не надо. Даже две, блядь. Пиздец, Алик. Колдуем, колдуем сюда прям. Слушай, ты по-моему обманываешь меня. Блядь, Андрей, ребята, просто царь, ребята, вообще. Главное тихо, тихо, чтобы не спалили, что на Рошане. А вы это? Мы вызываем, призываем его. Люди тайминг. То есть в тот раз вы мне не поверили, да? А в этот раз? Молодые люди. Если вы в тот раз убивали его в 40 минут, о, пизда мне. Так, отлично. По мне очень нет. Андрей, ну до конца идем. До конца, конечно. Там у нас брудь дома. Они, блядь, вот так вот выходили. Мид надо толкать. Толкнешь? Угу. Надо бурду ждать и атаковать уже врага. Я с вейбеком. Отлично. Ну не хочу её тратить сейчас. Так, ну сейчас вниз, наверное, побегут ребята. Вы забрали Эйгис? Угу. Молодцы. Ну они жесткие, конечно, забрали. Опа. Я предвижу, Илюша. Предвижу. Блять, я увидел, как сейчас крита умер или долон, и у меня аж ногу свело, блять. Страшно это все выглядит. Блять, низ опять распушился. Так стрёмно идем вдвоем по миду. Да не, нормально идем. Нормально так нормально. Я пойду топ от пушек, куплю себе хекс, чтобы байбека не было. Надо низ пушнуть. Пушните, блять, линии, где их нету, и пойдем сейчас драться. Ну, низу. Кстати, главное сейчас хекс не поймать. Главное капитана слушайте, все будет нормально. А кто у нас капитан? Я уже запутал. Я. Сейчас мы ждем бруду, я покупаю хек себе, идем хуяриться. По пропущенной линии, естественно. Так, ТП-шечку сделаю. Они подозрительно пропали с карты. Но они по-любому меня в миде пошли. Или в лесу себе сидят. Ну, типа, с геймом, с лотаром заходят, накидывают. Алик, возьми, стой рядом, они ж могут напасть, типа, тебе надо... Да нормально, нормально. А, ты об этом? Конечно. Пошли, пошли снизу. Что-то они. Рапира у нас все есть, понизу это идем. Хорошо. Так слышишь, рапира же не замедляет. Зачем она тебе? Ну, и... Блин, безысходность. Понятно. Все понятно. Так, сплитпуш на меде. Че, волк у нас очканул? Волк сплитпушит. Волку БКБ надо, тогда сможем делать драки. Вот волка БКБ будет, мы выиграем доту. Это муши? Походу, да, кстати. Тунка на топе, тунка на топе. Они все на топе. Да ладно. Пойдем так, охуешь. Размен тронами. Ну, размен тронами у нас быстрее получится. Чутка. Придет кунка, ударит. Рэпер закончится, да? Можно размен, просто сначала... Гоа подойду вниз. Гоа, они не будут сломать. Пошли драться, алё. Не-не-не, они будут драться с нами. О! О! Охуеть! Там рефреш у Естерога. Гоа драться, блядь. Давай! Блэк Хоу! Ёбаный гад. Ой, а БКБ-то? Хорошо, мимо проехала, блядь. ГГ, а Фурёнчик, в станчике он. В танчике, Фурёнчик, сосу его. Чем я ты? Еще станчик дал. Я увидел, что-то упало. О, а этого? Чё-нибудь ему? Чё-нибудь ему? Чё-нибудь есть. Ред сосёт. Ред сосёт. Вот он. Профессионально. Веник. Курицу убил. Он пустую. Ага, хорошо. Почему мы так не сделали минут 50 назад? Хорошо.
эта игра пойдет просто в аналы истории, ребят. Отлично. Затерпели. Размяли CM-очку, блин. Рот ебали того, кто нажал в поиске CM, кстати.